Боже, слава Богу. Православный христианин зашел в эту чат-рулетку, чтобы найти людей, поговорить с ними о Боге, о спасении души, о вечности. Может, какие вопросы у вас есть? Понятненько, с вами. Все? Я вам так прямо и эту тему? Что? Я так понимаю, вам эта сильная тема интересна о Боге. Потому что я этой темой живу. Господь заповедал, говорит, ищите прежде Царствие Божие, а остальное все приложится вам. То есть семья, работа, все, что имеете в этой жизни. В первую очередь надо искать Бога, смысла человеческой жизни, для чего мы здесь живем, на этой земле. Это глупости. Глупости это для безумца, потому что в Библии так написано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Как это видеть? Все творение вокруг нас, которое окружает моря, солнце, всякие твари, земные, подводные, все говорит о том, что есть Создатель. Совершенный разум, который все это сотворил. Как мы с вами выглядим, как мужчина, как женщина. Почему именно мужчина, женщина? Почему мы грешны? Почему мы умираем? Вам. Вам. Православный христианин. Православный христианин зашел в чат-рулетку, чтобы побеседовать с людьми о Боге, о спасении души, о вечности. Может, какие вопросы у вас есть? Нет. То есть у вас нет вопросов? Вам понятно, в чем ваша жизнь, смысл, да? Чем она закончится, нет. Ваша? Нет? Ну, тогда должны быть вопросы. Я вот с 17 лет начал задумываться о смысле человеческой жизни. Сейчас мне 41. В 26 лет я нашел на эти все свои вопросы, ответы. Именно через Святую Библию. Вот он у меня с собой здесь вот есть на столе. Угу. Православная книга. Здесь Господь отвечает на все мои вопросы. Для чего я живу? Чем закончится моя жизнь? Имеется в виду, что после этой земной жизни у нас будет суд Божий. Там человек будет отвечать за все. За мысли, слова и движения. Бог потребует с нас отчет. Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Так что Господь призывает, он говорит, Иисус Христос говорит, что придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. У человека на душе успокоение находится, мир в душе у него, когда он знакомится со Христом, то есть когда читает Святое Евангелие. Поэтов слышали такого Никитин Иван Савич? Нет. У него есть чудное стихотворение. Послушайте. Угу. Измученный жизнью суровой, не раз о себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя сил, как дышат цветы и звуки божественным чувством любви и сердца тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно-сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Вот такой вот и Никитин Иван Савич, это поэт. Вот он написал такое чудное стихотворение. И оно очень близко. Оно очень близко, потому что вот я к Богу пришел в 26 лет, мне сейчас 41 год. То есть я знаю, что такое это греховная жизнь, и насколько она пагубна для человека, и бессмысленно в общем дело. То есть у тебя есть какие-то там цели, ты ставишь, но потом понимаешь, что все это нет смысла, потому что ничем не заканчивается, если ты не веришь в Бога, в загробную жизнь. Когда ты веришь, у тебя все, даже есть какие-то испытания, какие-то болезни, там умирают близкие, ты все это понимаешь, что все это происходит по воле Божией, что на суде Божием есть вечность в рай и ад. То есть если человек был верующий, был верен Богу до конца этой земной жизни, исполнял святые заповеди, он будет в раю, в Царстве Небесном, с Господом нашим Иисусом Христом. Если нет, только ждет ад, вечное мучение, нескончаемое, бесконечное. И вот здесь Господь нам дал свободу выбора. Мы можем выбирать между добром и злом. Так что, если у вас желание будет, у нас есть канал на Ютубе. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Введите вот четыре слова, и вы это
много для себя посмотрите, узнаете, услышите. Во свете Библии? Да, во свете Библии, Игнатий Лапкин, 4 слова, и вы найдете все. Там у нас более 17 тысяч видеороликов, то есть у нас там вся жизнь наша заснята. Как православную деревню строим, какие поездки, как благовествуем, как жизнь проходит, беседы по скайпу. Ну, там много полезного узнаете. Ну, все. Спасибо. Все, оставайтесь с Богом. До свидания. До свидания. Герман Стерлингов, он не живет в город Барнаул, Алтайский край. Это я в данный момент нахожусь здесь. Я помолюсь за вас в любом случае, ребята. Ну, вам удачи. Спаси Христос вас тоже. Вы верующий человек, да, как я понял? Я очень верующий, безумно верующий. Спасибо вам большое. Только крест дотягивайте всегда до плеча. А? Крестное знамение всегда делайте четко и ясно. То есть от плеча до плеча. То есть не подмышку куда-то сувать, как у нас патриарх Кирилл сует, а именно вот и другие епископы, а именно как четко и ясно. Но не буду показывать это святое мое. Да, слава Богу. Вы Библию читали? Вот она. Плохо читал. Это плохо. Скажите. Вот смотрите, вот видите, у меня это православная Библия, 77 книг. И в ней написано, Господь говорит, Иисус Христос говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. То есть Господь нам обещает жизнь вечную, то есть в Царстве Его Небесном. А для того, чтобы узнать Бога и узнать Его святую волю, исполните эту волю, заповеди Его святые, ты должен читать Библию. Иначе... А если я нарушил? Вот смотрите, Иоанн Златоуст, это святой, жил в 4 веке. У него 12 томов по 1000 страниц написано в то время. И он говорил так, если ты не читаешь Библию, ты нарушаешь. А нарушая, ты погибаешь. И все от того, что ты не читаешь. А ты можешь мне грехи отпустить? А грехи отпускает сам Господь через руки священника в православной церкви. То есть надо идти на исповедь. Ну, а можешь мне? Я нет. Ну, хотя бы часть грехов. Как и часть грехов. Можно тебе? Вы вставайте на колени перед Господом и каетесь в своих грехах. И Господь вам отпустит. Но надо идти в церковь и именно там на исповеди исповедовать свои грехи. Батюшки, да? Да, батюшки. Ну, не батюшки, ты Господу приносишь эти покаяния. А батюшке ему дана власть от Бога прощать грехи тебе. Или не прощать, а то уже как он сделает. Ну, мои грехи можно простить? Это все в руках Божьих, я откуда знаю? Я же не Господь Бог, это Господь Бог знает. Смотря какие грехи. В чем они? Так, для Господа, он говорит, все грехи он за нас... Именно Господь наш Иисус Христос принял. То есть и веру в это мы имеем прощение грехов. То есть Он на кресте был распят за нас, пролил свою пречистую кровь. Мы вот даже... Скажи, а как мне бросить дурную привычку пить? Вот скажи, как мне? Помоги мне. Соломон в Библии так говорит, начало мудрости – страх Господень. То есть надо бояться Бога и молиться об этом. Господи, избави меня от этого пьянства. Потому что в Библии написано так, пьяница Царствие Божие не наследует. То есть, Господи, вырви меня этого зарплата греха. Вот я 26 лет осознанно встал на колени перед Богом. И после этого мне ни капли в рот не попало. То есть я полностью, когда встал на колени, осознал свою беспомощность, что я без Бога, все, я погибший грешник. Иначе я умру, если я к Богу не обращусь. И Господь меня избавил от этого. Я вот чувствую, то что скоро я умру, мне остались какие-то дни. Но я не могу никак. Остановиться. Господь говорит, воззови ко мне, я услышу. То есть своими словами воззови к Богу, скажи, Господи, помоги, погибаю. Дьявол затягивает, убивает душу мою. И Господь вырвет вас из этого греха. Уж каким образом, это ему одному известно. Спасибо тебе. Ну все, большое. Если у вас желание будет, заходите на наш YouTube-канал. Канал «Во свете Библии» называется, Игнатий Лапкин, 4 слова. И много полезных для себя найдете. Господь вам поможет. Спасибо тебе большое. Слава тебе, Господи наш, слава тебе. С Богом. Спасибо. Мы находимся в Барнауле, Алтайский край. Я Лапкин Игнатий Тихонович, мне 81 год. Ой, это хорошо, да.
А как жизнь? А жизнь так, когда человек отдается на служение Христу, это жизнь для Царства Небесного. Ой, да, знаю, слава, да. А в каком городе живете? Это работаю в город Сочи. Сочи. Так, а... Ну, это работа, а это... Так, Чуваши. Вот Чуваши. У вас какой город главный в Чуваши? Так, а вы можете, чтобы разговаривать и не ругаться? Да, но... хорошо, конечно. Это никак не годится. Так, поближе к микрофону сядьте, чтобы можно было. Дедушка, а можно задать вопрос? Вот можно. Вы... пожилой и верующий, а почему вы сидите в таком чате? Тут же очень много негативных людей. И... для этого нас Господь послал сюда, православные проповедники, чтобы людям возвестить великую радостную весть. Библию. Что Христос умер за нас. И чтобы люди пришли к Нему с раскаянием. Он говорит, придите ко Мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, иго мое, благо и бремя легкое. Вот для этого мы пришли сюда, чтобы людям возвестить, что Иисус умер за грехи людей. Ждет, если кто не придет, говорит, гнев Божий на нем. Он будет вместе с сатаной в огне гореть после смерти. Вот для этого мы пришли, как врачи для больных. Смотрите, я это все прекрасно знаю. Я 5 лет служил в храме. Я все это знаю. Но... не знаю, я в первый раз вижу, чтобы в социальных сетях, в чатах проповедники вот этим занимались, честно. Ну, это ничего не говорит еще. Я проповедник, миссионер. Мы проехали, живем в Барнауле. У меня вышло из печати 38 книг. И Бог положил на сердце подарить библиотекам мира. Дошли до Владивостока, потом дошли до Лиссабона, Португалия. Скандинавия, Прибалтика, Север, Турцию прошли. Посетили 650 городов и сел. И подарили на 35 миллионов библиотеки книг. Ничего себе. Да, так Господь сделал. Господь, это Божье, это не наше. Человеку это не вынести. Ну да, да. Вы правы. Каждый экземпляр книг стоит 750 евро. И представь, умножь на 650. Ничего себе. Это Бог так сделал. Я долго вел занятия в 5 университетах, 13 школах, во всех отделах милиции. 3 радиопрограммы регулярно вел. Поэтому у меня накопилось много вопросов и проповедей в храмах. Ответ на вопрос. Если вы зайдете, вот будет желание у вас больше узнать, вы запомните фамилию, мое имя, и вы меня в скайпе найдите. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Так вы запишите, ага, тут же и забудете. Нет, у нас очень хорошая память. Нет, не хорошая, совершенно, я по глазам вижу. Напишите, Игнатий Лапкин. Вы тут же забудете. Нет. Ну, как-то убеждать пытаешься, когда я знаю вас. Вы тут не сидели бы, если ничего. Нет. Мы тут сидим просто из-за того, что хочется с кем-то пообщаться. А тут общаться не с кем, тут одни блудники собрались, мерзавцы. Это да, 50% голые мужики, анонизмом занимаются. Женщины титьками трясут, показывают вагину свою. А я пришел поговорить. Вот сидят мусульмане и говорят, поговорить. Я говорю, ты по-русски-то не знаешь, что ты поговоришь? Ну, у нас Библия, это у нас другая книга. Я говорю, может, эта книга? Ну да, Коран. Я говорю, считай, что написано. Не может, я говорю, тут баран. У тебя дома 4 жены, надо колым платить. А тут 44 голые даром. И вы, кавказские жеребцы, на наших кобылах пашете здесь. Захохотали. Это место Содом и Гоморра. И мы сюда пришли. Куда-нибудь ее. Не приходилось. Не считали, знаете, да? Ну, а если так спросить вас, для чего человек сотворен? Он живет, человек умрет. А что, смысл-то какой жизни? Смысл жизни... Да с какой целью человек сотворен Богом? Человек живет, вот живу, помер и все. Оставит наследство свое, семя, как сказать. Господь спасает, Христос умер за грехи людей, чтобы, веруя в Него, имели жизнь вечную. Он умер и воскрес из мертвых, и зовет к покаянию, чтобы люди... А как Он воскрес, вот вы знаете?
Ну как, это никто не объясняет. Вы, если сеете что-то, посеяли, а как оно всходит? Вы только видите, а как, никто не знает как. Вы хоть что-то на огороде садите, на даче, а как, никто не знает. Никто и не знает, правда это или нет. О, вот так и здесь. Господь воскрес. Пришли его знакомые-то, Мария Магдалина, а гроб пустой. Ангелы говорят, его нет здесь, он воскрес. А зачем они пришли проверять его гроб? И помазать тело его миром, как принято у евреев. А может, они до этого помазали? Ну, сколько могли, значит. Если вы считали Евангелие, посудить, вы знаете, все четыре евангелиста говорят об этом. Если посудить, вот должны же до того, как запечь его гроб, там помазать. Там, так у них гроб-то не как у нас. Это не в земле закопано, а пещера. И там как скамейка, и на ней ложится мертвец. Но наступала суббота, суббота наступала, ничего не успели сделать. Едва похоронили. А в субботу по еврейскому закону нельзя работать. Нельзя. Я видел фильм, смотрел фильм, как этот Иисус Христос в пещере там, когда выходил. Старый фильм про Иисуса Христа, как он нес этот крест деревянный, когда его казнили.